Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Китай рекордно нарастил импорт российского угля в 2023 году. Генеральное консульство России в Харбине сообщило, что с начала 2023 года Китай увеличил импорт российского угля в 3 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Основной объем поставок угля приходится на железную дорогу. Сообщается, что за первые 40 дней с начала Нового года в Китай было отправлено уже свыше 6200 вагонов с российским углем. В российском генконсульстве сообщили, что наш уголь используется для производства электроэнергии в китайских провинциях Хайлунцзян, Цилинь и Ляонин. Главным транспортным коридором для доставки российского угля в Китай является погранпереход Забайкальск-Маньчжурия. Через расположенный рядом крупный логистический центр в 2022 году прошло свыше 15 миллионов тонн угля. Росту экспорта нашего угля предшествовала работа РЖД по расширению пропускной способности железной дороги. Рост спроса на российский уголь также обусловлен 2 чисто экономическими причинами – ростом промышленного производства в Китае и привлекательной ценой поставки нашего угля. После летнего пика, когда уголь на рынке торговался в районе $420, биржевые котировки на него упали в 2 раза – до $220 за тонну. Ряд поставщиков из других стран сократили объем экспорта своего угля в Китай в надежде на возобновление роста цен. Этим воспользовались российские угольные компании, решившие увеличить свою долю на китайском рынке. Для российских компаний отпускные цены на уголь снизились незначительно, поскольку они и так поставляли продукт в Китай с дисконтом после введения Евросоюзом запрета на поставку угля европейским потребителям. По словам вице-премьера Александра Новака, Китай стал крупнейшим покупателем российского угля и обошел в объемах импорта Евросоюз. В минувшем году поставки отечественного угля на китайский рынок выросли на 11% и достигли отметки в 60 миллионов тонн. Отмечу, что недавно немецкий источник Bild сообщал о том, что Россия осталась крупнейшим поставщиком угля и немецким компаниям. Суммарно Германия потребила порядка 44 миллионов тонн угля, из которых на долю России пришлось 13 миллионов тонн. Тем не менее, в сравнении с 2021 годом поставки российского угля в Германию снизились на 37%. Место России на немецком угольном рынке заняли США, поставившие порядка 10 миллионов тонн своего угля. Рост поставок американского угля в сравнении с 2021 годом составил 32%.